Привет! Сейчас я вам расскажу еще об одной модели, которая интересна для российского рынка, DEX-12. Вот эта модель у нас в коробке. Чем же она интересна, чем же она хороша? Это уникальная модель российского рынка, потому что это 12-киловаттный прибор, при этом он подключается на одну фазу. Обычно все модели, которые идут до 10 кВт, подключаются на одну фазу, все модели, которые идут после 10 кВт и до 27 кВт, бытовые электрические проточные водонагреватели подключаются на три фазы. Эта модель уникальна. Как и в других приборах фирмы Клаги, здесь есть универсальная мощность. Мощность можно выбрать на 8,4 или на 11 кВт. Почему прибор 12, а мощность 11 кВт максимально? Это опять же связано с напряжением. Диапазон регулировки от 20 до 55 градусов вы можете с помощью кнопочек больше-меньше настроить. Можете запрограммировать температуру, можете подключить пульт дистанционного управления. Прибор даже работает с предварительно нагретой водой. Ну, если, допустим, вы очень богатый человек и у вас есть солнечный коллектор на крыше. В конструкции прибора предусмотрены все те же устройства безопасности, которые необходимы для нормальной, качественной и безопасной работы прибора. И это двойная защита от перегрева, защита от воздушных пробок. То есть, если у нас в прибор вдруг попал воздух, чтобы у нас не произошло перегрева спиральных нагревательных элементов, прибор выключится. Минимальное давление рабочее 1 атмосфера, максимальное 10 атмосфер, испытательное 25. Колба выполнена старопластом. Вернувшись к началу, хочется сказать, что чем же уникален этот прибор. Прибор однофазный, имеет мощность подключения на 8,4 или на 11 кВт. В общем-то и все. Спасибо за внимание. Нет, пультик к нему, я уже сказал, что можно подключить. Пультика у него нету.